Вот мы видим, опять Алим выигрывает захват. Да, блокирует Назарян, защищает. Попытка провести подхват. Пытается подсечка изнутри и пон. Молодец, Алим Гадана. Вот, смотрите. Вот такая интересная тут пляска. Пытался сконтрить Назаряна обшагиванием. И вот, вот дальше. Зацеп и все. Великолепно. Чемпион России. Команда «Гладиатор». Тренеры и дали такую установку, что после проведения каких-то своих защитных действий сразу же приходить к контратаке. И она может принести успех. В Азаре Сержугину Магомедову подхват изнутри. Вот мы говорили о том, что контратаку готовит Шадов, а получилось наоборот. Да. Пошел прием Мурат Шадов захватом ноги и тут же пропустил контратаку. Красивый, динамичный был эпизод, очень динамичный. Ну и оценка соответствующая и динамике, и амплитуде исполнения. Ну что, теперь надо атаковать, а не контратаковать Шадову. Я думаю, что Сиражутдин не остановится на достигнутом. Не в его это манере борьбы отстаивать какую-то оценку. Как правило, всегда он настроен на чистую победу. Вот мы видим. Не травмировался ли? Нет. Мне показалось, что схватился за плечо Сиражутдин. Красивый был очень эпизод. Вот что значит чувство своего тела, да? А сейчас без шансов. Великолепный прием. Блистательно просто провел. Одну атаку, затем вторую перехватил захват и подхват. По две ноги, захватом руки под плечо. Прекрасный бросок в исполнении Сиражутдина Магомедова. И счет 2-2. Не верит Мурат Шадов, как же он попался на такой прием, как он расслабился, где он допустил ошибку. Держался двумя ладонями за лицо, закрыл лицо. Такой самоанализ мгновенный проводил. Сейчас на повторе увидим, наверное, этот прекрасный бросок. Бросок, который можно смотреть, по-моему, с разных ракурсов, с постоянным уровнем получения удовольствия. Одно движение. А вот этот контрприем, да. Ну и вот, это вот как раз первый, точнее, этот прием. Перехват. Перехватил захват, вот бедро. Перехватывает и прекрасный подхват. Полторы минуты, уже меньше остается до конца. Захватывает ноги Асхаб. И пон. Клуба финал. Мы видим бросок через голову Юка. Хороший бросок. Сейчас мы увидим, наверное, бросок захватом ноги. Да. Да, вот он. Прекрасно почувствовал движение. Асхаб Костоев прихватил